они мигрируют на придомовую территорию, где гуляют женщины с детьми, дети часто могут быть одни. А это, скажем, туалет, это распитие напитков. Это, в общем-то, как практика показала, не совсем часто дружелюбная и миролюбивая среда. За крайние, наверное, полгода от жителей было 3 обращения в адрес президента. Но вот далее то, что происходит, фактически отсутствие серьезной конструктивной реакции со стороны органов власти и, соответственно, усиливающаяся агрессия от этой среды, она приводит к, естественно, люди просто все замыкаются, нет, не надо, мы переждем это время. Жильцам обещали 1 марта текущего года уже съехать и построить новое место. Мнение такое, никто отсюда не уедет, пока не будет принято, скажем, проявлена воля соблюдения закона со стороны городских, а по идее, наверное, и более вышестоящих. Здесь работает около 2000 предпринимателей. Они налог платят, они все, что ничего не скрывают, все работает. И Азербайджаном, и Молдавии, и Беларусь есть у них договора, все время товар возят. Вот у них работает. По закону, вот по закону. Любой товар, любой, вот здесь можно посвежить. А так-то, кроме этого мужика, нет у нас проблем. Никто не жалуется, кроме этого мужика. Конфликт продолжается уже не определенное время, большое, вы в курсе этого. В прошлом году неоднократно собирались у нас собрания и с жильцами соседнего дома, пытались мирным путем разрешить эту проблему, которая не устраивает жильцов. Было совещание у главы города Корзина, где приглашались реальные представители собственника, арендатора. И поднимался вопрос о строительстве новой базы, которая идет в районе Боровлева. На сегодня строительство примерно где-то 10% уже закончено строительство. Мы готовы идти на всяческое сотрудничество. Но только один представитель всего этого объекта, будем говорить, дома, с нами не хочет сотрудничать. Проект рассчитан на 120 миллионов рублей. Проект реализуется, вы видите уже. Начали собираться корпуса, за моей спиной уже собираются корпуса. Планируем закончить объект этот к концу августа, но там как пойдет. Ну, крайний срок, это ноябрь месяц, это мы уже планируем въехать в эти помещения. Рассчитано на 118 боксов больших складов, которые с отоплением будут, с полностью обустроены, с площадками разгрузки, погрузки и офисным зданием. Офисное здание предполагает размещение администрации, плюс гостиница и прибывающие, которые будут в фуры разгружаться, чтобы водители могли отдохнуть. Кафе тоже на территории этой базы будет. Ну его так здесь встретили, хорошо в двери кулачки сбили. Уже этих, я уже